Всем привет! И мы с Камильчиком сегодня будем открывать вот такую супер тачку. Трюковая радиоуправляемая машина. Это машина нового поколения, выполняет кучу разных интересных трюков. Она умеет прыгать, переворачиваться, двигаться на одном колесе. Ух ты! Я слышал, что ты сказал. Что-то интересное. Да, я думал, ты что-то услышал. В ней много колес. Сколько колес тут? Судя по картинке, тут раз, два, три основных колеса и два колесика маленьких сзади. Эта машина перевертыш, то есть она, я так понимаю, что когда она падает, она обратно переворачивается на колеса. Так, где она у нас открывается? Она открывается у нас вот здесь. Это что у нас? Это у нас инструкция. Да, кстати, сюда нужны еще будут батарейки. Батарейки мы приготовили. Вот такие батарейки туда надо будет. Давай, открываем. Уже нет, уже нельзя. Уже нельзя? Опа. Вот такой вот пульт. Радиоуправление. Так. Вот такой вот пульт. Вот. Джойстики, два джойстика, антенна. Давай я попробую. Давай я попробую. Вместе. Опа. Так. Оп. Так, машинка напоминает мордашку тигра. Давай достанем ее полностью. Он чтобы открыли. Там еще есть такая смешная оценка. Опа. Вот такая вот тачка. Такие крутые колеса. Колеса мягкие вообще. Да, шипы огромные просто. Вот. Шипы колючие. Да, они даже колятся. Так, у нее здесь вот есть место для подзарядки. Включить, выключить. Такая вот голова. Мы так и не поняли, чья это голова, но мы решили, что это похоже больше всего на тигра. Да, только разукрашенного такого в огненный цвет. Похоже на... Ну, выглядит машина, конечно, внушающе, да? Интересно. Надо нам будет ее проверить на деле. Ну, давай. Сейчас. Крутится? Да. Куда? Наверное, сразу на две надо нажимать. Давай еще.